Шестой день употребления мухомор, микродозинга мухомор. И что происходит? Сон все так же. Сон все так же хорош. Сны, если есть, то редкие. Самый мощный удар был в самом начале. Первые две ночи. Просто это феерия снов. По состоянию, вне зависимости от происходящих критических ситуаций, ты начинаешь ловить какой-то внутренний дисбаланс. Типа, почему я так реагирую и вообще какого хрена? Поэтому мухомор работает. Я в любом случае готовлю такой большой информационный блок с пониманием мусцинол, как это все работает, для чего и почему вообще его хотят запретить и переравнять к наркотикам. А так, будем посмотреть, что дальше.